Друзья, пардон за такой вид. Просто мне приезжали, укол делали, голова там разболелась, и все такое, вон ватка. Еще вену делали. Я вас обманываю. И голова разболелась. Ну, не суть. Я хочу вам рассказать. Ну, я пока решила полежать минут 15. Может, счастье накроет, и я посплю хоть полчаса. Сегодня я спала 2,5 часа утром. Всю ночь я не спала. Рассказать, чего хочу, хочу рассказать. Друзья, вот первое видео с утра я выложила, то, что, типа, не помню, не суть. Я вам сейчас расскажу то, что я к Богу пришла, да? Не потому, что я приехала к матери, у них семья православная, ходят в храм, верят в Бога, молятся, ну, вы понимаете, да? Нет, я не через них пришла к Богу. Я пришла к Богу через свою любимку. Она мне показала путь и сказала, вот туда надо идти, кое-что-то говорила, что-то рассказывала. И вот только она мне открыла туда дверь. Честно. А перед этим я просила, да, я верила в Бога, но может еще я дверь туда не открыла для себя. А я просила Бога, мне было не очень, какое-то разочарование в жизни, негатива много. И я просила у Бога чистую, искреннюю, настоящую любовь. Правда. Я просила. Слезно. Я слезы пускала. Ну, в смысле, плакала чуть-чуть. Но я просила. И Бог мне дал. Дал. Сказал, на, возьми. Научись любить. И я взяла. Да, все это неправильно. Это не мужчина. Это она. Это неправильно. Может, многие скажут, это не Бог там дал и что-то еще. Кто-то еще там. Кто не Бог. Вот. Но я скажу так. А я-то просила у Бога. Я Бога просила. Поэтому я верю и понимаю, что это Бог мне дал. На, научись любить. Я взяла. Учусь любить. И это прекрасно. Вот такая вот история. И всем желаю, найдите Бога. Это вам понадобится в жизни. Это никак не стрёмно, не страшно, это классно. Это все для человека, который еще на земле. Это все. Найдите Бога. Полюбите его и просите, и вам дастся. Просящему дается. Бог дает, Бог любит. Мы же его дети. Вот как ни крути. Я потом еще выложу и сниму видео на эту тему, когда полежу, а может быть, подремаю чуть-чуть. И выложу еще, расскажу. Мне есть что рассказать. Да. Может быть, это не такое короткое видео будет, но будет. И некоторые люди это увидят, посмотрят, им будет полезно. Поэтому не скучаем, друзья.